Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю вас, братья и сестры из Чебоксар, с любовью во Христе Иисусе. Да, здесь, у набережной, возле реки Волга, да, молюсь о Чебоксарах, молюсь за Чувашию, благословляю Чувашию, благословляю все народы Поволжья и республики здесь, да, был на днях вместе с братьями, с сестрами, да, в Казани, Татарстан, слава Богу за прекрасную поездку. И здесь, в Чувашии, уже в разных городах бывал, да, слава Богу, в этот раз, в этой поездке именно, непосредственно. Вот, а сейчас в Чебоксарах. Так что, да, из Чебоксар, с любовью во Христе Иисусе, приветствую всех, слава Богу. И молимся о духовном пробуждении Чувашии, чувашского народа, всех народов Поволжья, да. Здесь, в Чебоксарах, тоже люди разных народов проживают, не только чуваши, здесь разные народы, здесь многонациональный город, да, и многоконфессиональный, да, слава Богу. И в этом богатстве пусть прославится Господь, да, слава Богу. Так что молимся и призываю к этой молитве, да, всех за Чувашию, за Чебоксары, о духовном пробуждении. Здесь пусть небесные порталы Божьи открываются во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо, Господь, тебе за все. Благодарю тебя за эту поездку. Благодарю тебя за Чебоксары. Благодарю тебя за то, что, да, ты все усмотрел. Все, все, да. И благословил, Господь. Спасибо тебе. Благодарю тебя за разные церкви здесь, разные конфессии. Церковь Иисуса Христа, да, она едина, и она многообразна, разнообразна, не единообразна, да. Слава Богу, что, да, Господь создал такое богатство, действительно, и церковь — это тело Христово, да. Слава Богу, так что молимся, да, и о пробуждении духовном, да, церкви Христовой всей. Конечно, да, я как православный священнослужитель в первую очередь молюсь, конечно, да, о православной церкви, но и за все христианство в целом, да, конечно же, да, молимся, благословляем, слава Богу. Молимся за Израиль, за Иерусалим в эти дни также, дни Пятидесятницы. Вот в это воскресенье как раз праздновалась Пятидесятница, ну, большинством христианских церквей, по новому стилю, как мы говорим еще, да. В следующее воскресенье, вот предстоящее нам, здесь, в православии, вот по старому стилю будет праздноваться, да, Пятидесятница. Но самое главное, чтобы Церковь Христова не просто праздновала, отмечала, вспоминала те события давно минувших дней, как говорится, да, а чтобы жила этим. Пусть живет Церковь Божья, действительно, да, Пятидесятницей. Пусть живет Церковь Божья, Церковь Христова огнем Пятидесятницы. Несгораемый, купина неопалимая, да. Горим и не сгораем. Вот уже 2000 лет, да. Слава Богу. Слава Богу. Это настоящий благодатный огонь. Духа Святаго огонь. Благословляю всех вас, люди добрые. Благословляю, да, во имя Иисуса Христа. Здесь сейчас прогулка молитвенная по городу. Да, благословляю. Здесь сзади меня памятник, как бы символизирующий мать Чувашию, и там написано, что благословенны вы, да, дети, да, живущие в мире, в любви. Прекрасно, слава Богу, что здесь такой мемориал, да. Спасибо, Господь, тебе за все. Благодарю тебя за то, что действительно, да, мы дети твои, Господь Бог Святой, и мы в мире и любви. А те, кто еще не знает мира и любви, пусть вкусят твоего мира, твоей любви божественной. И живут в мире и в любви. Аллилуйя. Да будет благословенна Чувашия, да будет благословен чувашский народ, да будут благословенны Чебоксары, все города, села, поселки,
этой благословенной республики. Пусть будут благословены все народы Поволжья, молюсь. Здесь Чебоксары для меня это особенная молитва всегда. Я не так часто бываю, редко бываю сейчас, к сожалению, да, вот в Чебоксарах, но в молитвах всегда я здесь, всегда я вспоминаю Чебоксары, потому что я родом из Чебоксар, моя малая родина здесь. Да, я родился в 69-м году, мне вот недавно исполнилось 54 года. Здесь я родился, в Чебоксарах. Слава Богу Святому, благодарю Господа. Аллилуйя. Шупашкар халашать, аллилуйя. Чебоксары говорят, да, слава Богу, аллилуйя. Поем, аллилуйя. Мир вам, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа со всеми нами. Аминь. Аллилуйя.